Привет, друзья! Проспект Саят Новый, дом 3. Здесь сдается квартира на втором этаже. Давайте договоримся с хозяином, посмотрим, что за квартира. Так выглядит дом с выходом на проспект. Тема аренды вообще актуальна для приезжих, для тех, кто делает релокацию. Стартапы, айтишники. Неплохой вариант. Жду собственника. Второй этаж. Сейчас пойдем посмотрим. Так, вот так выглядит квартира. Считайте, что вы у себя дома. Так, здесь. Независимо от того, вы сюда поселитесь или нет. Кухня. Вид с балкона. Так, здесь спальня. Вы сами, да, дизайнер? Да, честно говоря. Еще одна спальня. Да, конечно. Вот, нашел. Нашел, чтобы здесь было светло. Так, сейчас туалет посмотрите. Да, ради бога. Так. Здесь гладильная доска, туалет. Все в красных тонах. Стиральная машинка, душ. Розовые и красные тона. Друзья, в общем, цена в рублях 110 тысяч рублей за месяц, все включено. Такой красивый подъезд. Оплата за первый и второй месяц. Друзья, в общем, квартира будет стоить 2000 долларов, но можно разговаривать о скидке. Как вы видели, один большой зал, две спальни, интернет, электричество, все включено. Если интересно, могу дать контакт собственника. Снимайте, живите. В принципе, это центр, до каскада идти 5 минут. Сейчас идем смотреть квартиру в собственности.